Теперь по-быстрому делаем жерлицы. Ну или поставушки, в каждом регионе она по-разному называется. Для этого нам надо трубку, либо шланг, у кого что есть. Грузила, поводок, двойник. Еще раз показываю двойник. Двойник лучше делать вот такой, изогнутый, меньше сходов. А еще нам понадобится поставушки. Здесь сделали прорез ножом. Нагрели нож и сделали. Просверлили отверстие. Далее. Опять эти гуси перебивают мне. Надоели уже. Очень просто. Проволоку здесь закрутили. Здесь сделали кольцо. Я наматываю плетенку. Метра 4-5. Дальше скользящий груз. Вертлюжок. Поводок. Ну и собственно двойник. Теперь собственно будем ставить. Я ставлю на мелком. Такая глубина будет. Здесь ставили в прорезь, как фиксатор. Двойник снимаю. Берем живца. И вставляем через жабры, чтобы в рот выходило. Теперь двойник одеваем. Двойник в ротик. Жерлицу опускаем. Когда толстый лед, можно сделать зарубки. Все засыпать. Сделать открытку для себя только, чтобы никто не нашел. И все. Можно ставить на день, на два.